В Ярославле прошел фестиваль дизайнеров одежды «Волга Fashion Fest». На подиуме представили коллекции 17 авторов. Участники приехали из Костромы, Иваново, Архангельска и даже ближнего зарубежья. Дарья Крот побывала на показе. Зимние шапки в соседстве с купальниками, разноцветные волосы и даже деловые костюмы, сшитые из газет. Свои самые смелые фантазии дизайнеры воплотили в 5 образах. Он вдохновлен мотивами Востока. Орудие, которое держит модель, это катана, традиционное оружие японское. Этника оказалась в моде. Эту коллекцию привезли из Минска. Белорусская делегация прибыла в Ярославль за несколько часов до показа. Наряды с национальными мотивами, название соответствующее. Дзявоя – это богиня языческой мифологии, которая охраняла девушек до тех пор, пока они не выйдут замуж. Представлен мир, который окружал девушек. То есть это растения, животные, козы, это праздники, вот коляды, например, вот то, что у нас в Беларуси до сих пор почитается. А вот следующая коллекция – Total Black. Одежда здесь только фон для ярких причесок. Чтобы не отвлекать внимание, автор закрыла даже лица моделей. Нет лучшего способа выразить внутренний мир, чем яркие волосы, считает Ксения Емельянова. Сама она призналась, никак не может выбрать между двумя любимыми цветами. Две сущности в одной. Не раздвоение личности, а две сущности. С одной стороны, я милая, нежная и ванилька. С другой стороны, я такая немножко агрессивная и упорная. Кстати, некоторые модели признались, что планируют оставить экстравагантный цвет. Прическа – неотъемлемая часть образа, поэтому в жюри фестиваля стилист по волосам мирового уровня. Наталья Жеглова объяснила, в моде четких критериев оценки нет. То, что цепляет вот в первую минуту, наверное, это всегда и лучшее. Сейчас понятие моды – это такое очень расплывчатое понятие. Сейчас все-таки главное, чтобы было стильно. Жюри отметило 2 дизайнеров. Коллекция «Быт» создана на базе национального русского костюма модельером из Костромы Марией Волковой. Я не понимаю, что происходит. Все как в тумане и до сих пор не осознаю то, что победила. А также гостью из Данилова Надю Белик и ее морскую коллекцию. Еще не могу поверить в это, что я заняла 1-е место. На самом деле я к этому очень долго шла. Участвовала несколько лет подряд, но, правда, в другом конкурсе. Ну, в общем, там не занимала особо никаких мест. А здесь это первый раз для меня, и поэтому я очень счастлива. Я уже успела поплакать, честно говоря. Конкурс молодых дизайнеров прошел в рамках фестиваля «Волга Fashion Fest». Победителям предстоит показ в финале русского силуэта в Москве. С создателями лучших коллекций из России и зарубежья они поборются за шанс пройти стажировку в одном из известных домов моды. Дарья Крот, Максим Сушанов, новости города.